Воспитанники детских садов Заречного соревновались в метании предметов. Очередной этап городской спартакиады «Дошколята» прошел в специализированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва. Перед каждым участником состязаний стояла задача как можно дальше бросить мешочек весом 150 граммов. У каждого ребенка 3 попытки, лучший результат фиксируется в зачет. В команде 7 девочек, 7 мальчиков, зачет идет 5 лучших результатов у девочек, 5 лучших результатов у мальчиков. В соревнованиях, которые проводятся в рамках спартакиады «Дошколята», принимают участие 13 команд. К состязаниям ребята готовились с инструкторами по физкультуре в своих детских садах. У всех садов есть шанс выиграть. Нельзя сказать, что какой сад у нас имеет преимущество. Тем более сейчас осень, многие детки приболели, и у нас какая возможность получится, так и... Но мы будем стараться. Очень долго тренировались, к соревнованиям готовимся заранее. Победители и призеры каждого этапа спартакиады «Дошколята» получат заслуженные награды. Итоги соревнований будут подведены в конце учебного года. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».